Усы с этого бала, доставка торта. Ваши аплодисменты! Катя! Егун, раскидал тут свой пылесос. Мы с Таней тебе все тут сделали, а ты? А я ничего, не шарю, ничего не трогаю, пылесос починяю. Вот починяй и не возникай. Или помогай нам. А что это вы здесь делаете? Так у Егуна сегодня день рождения. День рождения? Тусовка? А девочки будут? А, какие девочки, это же одноклассницы. Типа я сейчас с одним парнем. У нас как посвятовка была. Ага. И вот мне такой говорит, давай встретимся в пятницу. Ну, не знаю, не хочу слишком радовать. Ну, в общем, я ему такая, ладно, давай встретимся. А сегодня он мне пишет, что не может. Повезло. Егорчик, как ты сегодня хорошо выглядишь. Сразу видно изменение. Жорочка, помоги Жене. Это что, блестки? Сейчас так модно. Смотри, какую кофточку купила. Как думаешь, мне пойдет? Да. Отлично. Гурику точно понравится. Прикиньте, боярин сорвался цепи и вцепился в Чупова. Мы с Соловьем пытались их растащить, но только разозлили их. И тут прибегает Тарарах. Короче, пришлось повозиться. Ой, Ванечка, новая футболка? Или Танечка постирала? Юбочку мертвяка сперла. Уж лучше юбочка мертвяка, чем столько лет в одном и том же, дорогуша. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения наш Егунчик, с днем рождения тебя. День рождения, а не детский утренник. Что тебе не нравится? Хочется настоящего веселья. А как насчет спиритического сеанса? А, беленькие, в кусты убегать не будем. А кого вызовем? Ту, кого нет. Чумиху. Ту, кого нет? Но она мертва! Жигин, ты туп, как твоя швабра с пропеллером. Спиритические сеансы для того и существуют, чтобы общаться с духами. Болтать с живыми можно и по зудильнику. Ну так как? Вызывайте с нами чумиху. Или кишка танка. Готовы? Отлично. Представляйте себе чумиху и не размыкайте рук, а то мы потеряем контакт. Дух чумы Дель Торт, мы вызываем тебя. Приди к нам. Так, кого нет? Готова ли ты отвечать на наши вопросы? А теперь, о, нет, а чумиха ответила да, она согласилась. Дух чумы, приоткрой нам завесу времен. Должно ли вскоре случиться что-нибудь необыкновенное? К-А-М-Б. Нет, все же ниже К. Какой-то там Б. Дальше К, камбэк, Б, Д, С. Камбэк, Б, Д, С. Это что за ерунда? Беспредел, творящийся снова. Досточка какая-то. Подумаешь, фокус на уровне первого года обучения, когда начинает проходить заклинание элементарного телекинеза. Откуда я знаю, что она имела в виду? Видишь, указатель, кстати, значит, она уже дала ответ. Спроси еще раз. Второй раз духов
не спрашивают. Духи очень легко выходят из себя. Особенно такие. А еще что-нибудь случится? Важное для кого-нибудь из нас. Это точно Тетти. Вот, снова Тетти. Вот, она сказала тот. Ты тормози, Жикин. Я сама. Тот, кого по-настоящему полюбит. К чему это? Кто полюбит? Таня? Гротер? Ты уверена? Гротерша? Кому она нужна? Кого она полюбит? А дальше? Что сделает тот, кого полюбит Гротерша? Откуда я знаю? Шурасик разомкнул руки. Я же говорила, нужен непрерывный контакт. Займитесь им. Предаст ее? Ого! Гротушу придадут хоть какое-то приятное известие. Жизнь, если разобраться, полна мелких радостей и не менее мелких гадостей. Это ложь! Неправда! Неправда! Никто меня не предаст! Особенно тот, кого я полюблю! Гротер, чем ты, интересно, занималась на защите от духов? Вспомни лекцию прошлого года. Духи никогда не обманывают. Мертвые куда честнее живых. Это факт, который не подлежит сомнению. Обрати внимание, страница 39... Сам ты вспомни, как больно получить в нос во все числа прошлого года. Значит, Гуд тебя скоро предаст. Ай-яй-яй, какая жалость. Гротерша, прими мои самые искренние соболезнования. Какое кошмарное событие. И ведь не зря я кофточку купила. А может, торт съедим? Нет, я понимаю, что не торт. Но я не хочу съесть. Я не хочу съесть. Я не хочу съесть. Я не хочу съесть. Кого по-настоящему полюбит Таня Гротова, предаст вас ее, предаст вас ее. Он предаст тебя, Таня, разоберет твое настоящее и уничтожит будущее. Твои мечты, желания, стремления, всего этого не станет. Будет только он и его жизнь. Мальчик без роду и племени, чье состояние – старая майка, гнилая наследственность и горечь от детских воспоминаний. Что он тебе даст? Сможет ли сделать счастливым? Или в первую очередь позаботиться о собственном уюте? Нет, неправда. Неужели? Посмотри на него. Им движет желание быть хоть в чем-то полезным, но он не найдет своего места в жизни и утащит тебя в пучину уныния и разрушения. Ты просто старая, мертвая старуха, которая больше ни на что не способна. Твои слова полны яда, но в них нет ни капли правды. Проваливай туда, откуда ты вылезла. Ну тогда скажите, развлечет веселую шутку, ей нужно без сомнения. Ох, Ягунчик, ну куда ж мы без тебя? А пойдемте фейерверки запускать. О, да, давайте! Риточка, слушай, а должна Мак пообразовываться? Я-то нам на завтра попросила записать лекцию на 10 листов про драконов. О, да, давайте! Ягун, зачем тебе пылесос? Ты что, из него будешь фейерверки запускать? Внимание, несчастье, будущее, лишь кровь есть и будет. Слава вам, браво!
попало.